Кашников Владимир Васильевич, главный врач офтальмологической клиники «Эксимер» в Новосибирске, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук и Российской академии медико-технических наук, врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач Российской Федерации. В 1979 году окончил лечебный факультет Новосибирского государственного медицинского института. Стаж работы более 42 лет. Доктор Кашников – неоднократный участник международных и всероссийских конгрессов по офтальмологии, автор и соавтор 9 монографий, 3 изобретений, 150 научных печатных работ в отечественных и зарубежных изданиях. Владимир Васильевич – офтальмохирург широкого профиля. Им было выполнено более 8 тысяч лазерных коррекций при аномалиях рефракции, более 7 тысяч фокоэмульсификаций катаракты и других сложных микрохирургических вмешательств. Специализируется на выполнении хирургических вмешательств по катаракте, в том числе с фемтолазерным сопровождением. Владеет многими известными методами хирургии глазной патологии. Как давно вы практикуете и почему решили заниматься офтальмологией? Я занимаюсь офтальмологией уже более 40 лет и пришел в офтальмологию после цикла глазных болезней в Новосибирском государственном медицинском институте. Мне понравилось операция по поводу катаракты, когда хирург удалил помутневший хрусталик целиком и наложил швы на роговичную рану. За свою многолетнюю деятельность мне пришлось оперировать пациентов и экстракапсулярным методом, когда делался большой разрез и накладывались швы на роговицу. И сейчас уже, когда хирургия катаракты проводится через прокол 1,8 мм. Вот так далеко шагнула офтальмология, так широко применяются современные методы лечения по поводу катаракты. Какова сфера ваших научных интересов? Так уж сложилось, что научная работа у меня связана с травматологией, травмой органа зрения. За это время я защитил кандидатскую и докторскую диссертацию, опубликовал 9 монографий и более 150 научных печатных работ. Как вы заботитесь о своем зрении? Стараюсь не читать лежа, не читать в темноте, не увлекаться компьютером. Вот и вся забота. Как вы любите проводить свободное время? Свободного времени у меня не так уж много, но я посвящаю его своему любимому занятию. Я собираю колокольчики.